Так. Так, народ, вроде стрим идет, меня вроде как видно, разрешение вроде достаточное. Ладно, я усядусь поудобней. Надеюсь, меня слышно, вроде как слышно. Так, значит... Значит, сегодня пришло время играть в Outlast. Время сраться кирпичами и тому подобное пришло. Я, в общем, решил, мне выдались свободные полчаса, почему бы не поиграть немного в Outlast. Часов до 7 лет поиграем, посмотрим, что за игра. Насколько это страшно. Ладно, поехали. Черт, я звук забыл потише сделать. Ну ладно, потом по ходу игры сделаем, наверное. Да, время кирпичей, народ. А чё нас так мало? Чё, боитесь, что ли? Боитесь. Неважно. Едем в какой-то тачке. Так, вот параметры. Так, громкость. Субтитров не будет. О, отлично. Ты пропустил часть. Так, еще одна поправочка. Сейчас, секунду, народ. Так, вот, все. А теперь смотрим. Дачу тогда. Так. Так. Дача, дача. Много не скажешь по ней. Черт, я куда-нибудь затарить бы. Вроде отлично все. Куда-то приехали. Какая-то бумага мигающая. Так, мне знаком, но я уже давний покойник. Интересно. Постараюсь. Так, блин, мне надо выйти. Блин, я не прочитал! Фак. Через каждые 10 секунд у тебя подвисает просто. А, это, наверное, у тебя с интернетом что-то. Так, о, камера пошла. Так, ага. Я видел эти скриншотики. Правда, не эти именно. Ну, зачем он спортал у себя стекло, непонятно. Так, это что, зам графа Дракулу, что ли? А не, у тебя твич лагает, если скажешь 10 секунд, вот так она просто застревает. Метки, документы. А, вот. Я 2 недели проводил консультацию о программном обеспечении в психиатрических исследованиях мирков Mount Massive. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю, ну и хрен с ними. Так. Ладно. Чё-то тут темно немного. На всех больницах, мне кажется, больше похоже на замок графа Дракулы. Да ладно. Открываем мне дверь. Пуш. Блин, какие-то звуки, а. Чё-то мне не нравится.
спасибо за историю. Короче, мы отправляемся в западную графа Дракула, чтобы обосраться с кирпича. Но мне кажется, уже один кирпич есть. Меня слегка пугает этот ветер. Вот тут можно бежать, ни хрена себе вот этот поворот. Так, тук-тук-тук. Граф Дракула, я пришел в гости. Закрыто. Граф Дракула. Я оставлю эту запись. Поехали отсюда нахрен. Пусть пошли отсюда, так. Какая-то машинка. Да, ну это хорошо, что она у тебя нормализовалась. Нас смотрят уже 6 человек. 6 смельчаков. Так, эта дверка заперта. Нужно искать другую дверцу. Получается, вот кто-то за мной гонится, а? Играю в маленьком окне, и мне кажется, что вот это какие-то чудища стоят, смотрят на меня. И так и говорят, иди сюда, мы тебя сожжем. Ух ты. Ни хрена ты низенький. Так, сейф, отлично. Посмотрим, какие смельчаки там найдутся. Вау, камера охрененно. Репортером себя почувствую, короче. Судя по всему, нам надо по этой лестнице забираться. Опа. Что делать с автоматом? Сколько тут всего есть. Света нет. Фонарик. Ух ты, тут еще и батарея садится. Так, аккуратно. Ну закрывайся ты, блин. Ладно, хрен с тобой. Так, говно сраное. Ух ты. Чё-то орёт. Чё там орёт? Протиснуться. До чего технологии игр дошли? Неужели так такое они смогли сделать? Так, компец. Что тут на компе? Пасворд. Ладно. Пароль? Я не знаю пароль. Так, чё? Ух ты, батарейка. Блин. Ни хрена себе, тень-то жирная, а? Какая-то тень непонятная вообще. И видно ее и днем, и ночью вообще повсюду. Что закрыть, а, дверь? Так, чья-то кровь. Ну, видно, уже граф Дракула только что испил кровь из своей жертвы, как мы слышали крик. Так. Это что? Какие-то документы.
Психиатрические исследования. Ну, короче, тут Дракула собрал, походу, досье на того, кого сожрал. Так, вот он сам скрылся, так сказать. Так, пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознанных своих... Короче, буду все читать. Так, что это там светится? Бог с ним, походу. Граф Дракула, выходи, короче. Открывай, Дракула, я знаю, что ты тот. Открывай. Ладно, хрен с тобой. Так, это что, стекло, что ли? Он, я чувствую, ожидает от закрытого. Вот ты. Блин, какие-то... Ой. Звуки, мне не нравятся звуки. Мне по этой вонючей вентиляции бегать, лезть, то есть. Так, чё, всего 7 смельчаков, больше никто не хочет посмотреть. Так, куда идти, налево, направо? Короче, если я не приду... А! Ни хрена! Короче, позаботься обо мне. Я не знаю, как я забуду, позаботься обо мне в трупе, если я не вернусь. Так, надо убегать, пока это чудище не нашло меня и не сожрало. А! Ни хрена! О, боже. Вижу клево. Вот и первый кирпичик, народ! Так, секундочку. Так, продолжаем. Короче, народ, не спойлерите, а? Я надеюсь, мне не придется...